Сейчас я покажу, как сделать реактивный самолет. Бюджетно. Очень бюджетно. Но не советую этого повторять, потому что полет его очень непредсказуемый. Мы взяли вот такой детский пенопластовый самолетик стоимостью 150 рублей. И такую ракету для салюта стоимостью тоже 150 рублей. Вот такой вот получился реактивный самолет. А это стартовая площадка. Весьма эпичный полет получился. За 2 секунды он пролетел порядка 100 метров. Он стартанул с такой скоростью, что его практически невозможно было словить в фокус камеры. По оставшемуся за ним дымовому следу, можно заметить, что он сделал множество фигур высшего пилотажа перед тем, как бабахнуть. А это место его крушения. Здесь находится множество обломков, которые нужно собрать. Не слабо его так размотало. Еще раз скажу, ни в коем случае не пытайтесь повторить этот эксперимент. Попытка запуска второго такого самолета закончилась уже не так удачно. Особенно для оператора. Когда такая ракета бахает в паре метров от тебя, приятного мало.